Что больше всего вы любите смотреть на нашем канале? Как показывает статистика, это различные топы. И как же, зная это, я могу вас обрадовать? Конечно же, собрав для вас топ-10 лучших приложений для Android за июль 2018 года номер 2. А вы на канале sibdroid.ru, и мы начинаем. Android Messages. В последнее время все большую популярность набирает разнообразные приложения для обмена различными сообщениями, как текстовыми, так и звуковыми и визуальными. Android Messages – простое, понятное, но при этом функциональное приложение Messenger для обмена SMS, MMS сообщениями. Кроме этого, в программе есть возможность создания групповых чатов, отправки файлов и многое другое. Наглядный интерфейс позволит максимально удобно использовать все функции Android Messages. Mobile Screen Recorder. Захватывать любимые игры на видео при помощи приложения Game Screen Recorder становится реальностью, причем одним движением можно поделиться видео со всеми друзьями. Mobile Screen Recorder – одно из самых удобных приложений для записи видео с экрана. GigaFile Manager. Мощный файловый менеджер для Android-устройств. Приложение отличается хорошей скоростью работы и интуитивно понятным интерфейсом, позволяет выполнять все необходимые операции с файлами и папками, а также обмениваться данными между устройствами. Air Mirror. Разработчики популярного инструмента для удаленного управления Android-устройством AirDroid создали новое аналогичное приложение, с помощью которого можно получить доступ к смартфону или планшету с другого мобильного устройства. По сути, разработчики просто выделили функцию дистанционного управления в отдельную утилиту под названием AirMirror. На управляемом устройстве должен быть открыт root-доступ и к тому же установлен AirDroid. Google Podcast. Это новое приложение для Android, которое позволяет бесплатно слушать подкасты, подписываться на них и скачивать выпуски для прослушивания в офлайн режиме. Приложение синхронизируется со всеми вашими устройствами, поэтому на любом из них вы сможете продолжить воспроизведение с того момента, на котором остановились. PicTrow 2. Лучшее приложение для поиска изображений в интернете. Просмотр фотографий в галерее многочисленных интернет-ресурсов, расположенных упорядоченно для обеспечения максимального удобства. PicTrow 2 находит максимальное качество фотографий, отображает четкое изображение, учитывает разрешение экрана вашего устройства, сохраняет исходные файлы для последующих действий. Поиск изображений происходит на Google Images, Bing Images и многих других ресурсах. Timely Cleaner. Удаление большого количества нежелательных файлов в WhatsApp, таких как изображения, видео, должно быть быстрым и удобным. Это особенно верно для файлов, которые вы отправляете. По умолчанию они скрыты, вы не увидите их в приложении «Галерея», поэтому, находясь вне поля зрения, они занимают все больше места с течением времени. Timely Cleaner сможет по расписанию чистить кэш WhatsApp. Все вот эти переданные файлы, картинки и аудио. Очень удобно, а главное – быстро. А Notification. Все мы когда-нибудь случайно скрывали уведомления и не успевали прочитать, что нам написали. Но вдруг мы понимаем, что это было что-то важное, и что же теперь делать? Теперь вы можете вернуть его обратно с Notification. Всякий раз, когда вы убираете уведомление, появляется запрос, который спрашивает, оставить уведомление или же удалить. Вы также можете выбрать определенные приложения, которые будут игнорировать данное правило, или же наоборот, следовать только ему. Mark. Mark – интерактивное приложение-помощник, которое позволит вам, например, заказать еду или билеты в театр, расскажет о новых фильмах или премьерах, а также о новых, открывшихся парикмахерских. Простой и удобный интерфейс, а также полная поддержка русского языка позволяет максимально быстро освоить все широчайшие возможности приложения. Disa. Disa – это приложение, которое призвано объединить все ваши мессенджеры и социальные сервисы в одном месте для удобного их использования. В Disa можно подключить большое количество различных сервисов для обмена быстрыми сообщениями. Чаты и контакты можно сортировать и организовывать по своему усмотрению. Разработчики сделали поддержку различных сервисов для Disa в качестве разных плагинов, которые можно устанавливать и отдельно. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Надеюсь, наш топ вам понравился, и вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал, попутно нажав на колокольчик.
Также не забывайте заходить в наш интернет-магазин sibdroid.ru и заказывать себе различные гаджеты и смартфоны по самым привлекательным ценам. И помните, что можете использовать промокод на скидку при покупке любого смартфона. Все ссылки вы найдете в описании. А с вами был Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч!